Награждение проходит в стенах правительства региона. Среди участников 30 представителей Тамбовской области. Это тренеры по самым разным видам спорта, руководители спортивных федераций и школ, специалисты из муниципалитетов с большим стажем работы. Для них спорт – это смысл жизни и главное дело. Анатолий Сычев всю свою жизнь связан со спортом. Его трудовой стаж насчитывает порядка 50 лет. Был преподавателем факультета спорта Державинского, а потом его руководителем. 11 лет назад стал директором музея спорта. Я всегда показываю посетителям и горжусь такими экспонатами, как подарками Юрия Жиркова. Понятно, что это самый известный футболист не только у нас в городе, в области, но и в России, да и во всем мире. Вот когда я открывал музей, я позвонил Юрию, попросил ему что-то передать в музей. И он мне передал мячик со своим автографом, бутсы, в которых он играет, майку сборной России, маечку ЦСКА, флаг, вымпелы. То есть вот активно принял участие. Празднование столетия Министерства спорта Российской Федерации в Тамбовской области проходило масштабно. Приоритетным стало проведение массовых спортивных мероприятий для всех категорий населения, чтобы привлечь к активному образу жизни больше жителей региона. Был сделан акцент именно на то, чтобы к соревнованиям приобщились не в качестве зрителя, а в качестве участника. Юбилейная дата – это отличный повод показать не только наши достижения, но главное – вовлечь людей в занятия спортом, открыть новые виды активности. Девизом стала фраза «Спорт – норма жизни». Это не только спорт высших достижений, это интересные и полезные занятия для каждого из нас. Сегодня Тамбовская область занимает второе место в стране по численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Тамбовские спортсмены успешно защищают честь региона на соревнованиях всероссийского уровня и стабильно входят в составы национальных команд. Кроме того, чтобы спорт был доступен для жителей региона, в области продолжается масштабная работа по созданию современной спортивной инфраструктуры. Олеся Павлова, Евгений Михеев, Александр Кобзарев, «Область новостей».